Впервые в нашем городе выступил уникальный праздничный мужской хор Валаамского монастыря. Привез в Рязань программу «Вера и победа». Впервые она была исполнена 9 мая в Санкт-Петербурге. А потом возникла идея показать ее там, где есть отделение благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, при поддержке которого существует хор. Рязанцы услышали величественные церковные гимны, проникновенные песенные мелодии и смогли оценить уникальные вокальные данные солистов хора. Часть нашей программы в том числе посвящена Пасхе Христовой. Жертва Христова и жертва нашего народа, они абсолютно совместимы. Вот. Это жертвенность. Когда люди полагали свои жизни, свои души за ближних своих, точно так же, как Христос положил свою жизнь за все человечество. Вот. Поэтому это неразрывные понятия.